друзья, с вами Тая. Сегодня я продолжаю делать обзор на линзы из серии Fresh Look Colors, и цвет, который я выбрала сегодня, это Misty Grey. Серия Fresh Look Colors во многом похожа на серию Color Blends. Например, там также используется точечное окрашивание и имитация радужной оболочки. Однако считается, что линзы из серии Colors все-таки больше подходят кореглазам. Все благодаря отражающему слою, который блокирует естественный цвет ваших глаз. Обладателей светлых глаз линзы из этой серии также порадуют. На светлых глазах эти линзы кажутся еще ярче и эффектнее. Острота зрения в линзах Fresh Look Colors не теряется, все благодаря абсолютно прозрачной зоне зрачка. Благосодержание в этих линзах 55%, и именно этим продиктован только дневной режим их ношения. Тем не менее, насчет режима ношения любых контактных линз, я настоятельно советую вам советоваться с офтальмологом. Диаметр линзы 14,5 мм, так что скорее всего она немного будет выходить за края радужки. Ну что ж, давайте это проверим. Носить эти линзы можно до 1 месяца, но не стоит забывать, что этот месяц отсчитывается с момента вскрытия блистера. На деле линза перекрыла мой естественный цвет. И хотя в зоне зрачка все-таки немного просвечивается карий цвет, это придает только натуральность. Цвет получился безумно красивым. Он не слишком яркий и очень нежный. Такой цвет отлично подходит для повседневного ношения. При этом ваши глаза каждый день будут выглядеть очень выразительно. Если вам понравились эти линзы, приобрести их можно на сайте kievlinza.ua. Ссылку смотрите в описании к видео. И на этом наш обзор подошел к концу. Ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментариях и подписывайтесь на канал. До новых встреч!